На что меня спросили про Daniel Defense. Ну вот и взял одну из моделей в магазине. Это не самая дорогая версия. V7 Amlock. DD, чего-то там. VM7. Почему Daniel Defense? Почему они так дорого стоят? Почему у них такая цена? Качество. Качество, которое привело к репутации. Они все делают сами. Компания находится в штате Джорджия, там, где Борисыч и Стас Плага живут, имеется в виду штат. У них очень высокого качества материала, у них очень хорошего уровня. Их изделия дошли до того, что некоторое время назад их детали использовались даже спецназом армии США, причем известно, что как раз их детали покупались для того, чтобы делать некоторые улучшения в уже имеющихся карабинах. И вот, просто чтобы посмотреть, что это такое, у них своя уникальная фурнитура. Да, я снимаю на телефон, может быть, не особенно хорошо понял. Это модель DD-M4V7. У них много разных версий, можете сами посмотреть. У них свои стволы. У них все свое. И, реально говоря, просто получается очень высококачественная, надежная арка, которая, ну, мало кому уступит. Особенно из того, что более-менее доступно на гражданском рынке. Стоит ли это покупать? Это каждому выбор.